меня день не нормированный. Я встаю и в 3, и в 4. Потому что днем работать тяжело, жарко. И вечером, часов до 11. Как себя развлекаете? Музыка есть у вас? Здесь ничего не услышишь. Бесполезно включать. Тракторист из деревни Котиха работает по немецкой технологии. Единственный раз по земле обрабатывает картофель. Дальше только выкапывать. Все теперь у нас дачники, все любят заниматься картофелеводством. Все знают, как окучивается картошка или с помощью мотыги, или с помощью окучников. И в Российской Федерации есть такая технология. Мы применяем на сегодняшний день уже несколько лет европейскую технологию. Это гребнеобразователь немецкий, который с помощью активных фрез делает насыпной боровок. Диаметр его 90 сантиметров для того, чтобы как можно больше клубней образовалось внутри. Ну и то, чтобы им было комфортно расти и в дальнейшем комфортно убрать. СПК «Возрождение» выращивает 10 сортов картофеля, и это одно из 4 направлений. Еще хозяйство занимается зерном, работает с Московским, Владимирским, Рязанским институтами. Едва ли не единственное в России возделывает ячмень знатный. За этот и прошлый год от государства передовики получили почти 20 миллионов рублей, плюс помощь в перевооружении. Этот трактор – многофункциональный помощник. Выпускается в Брянске, стоит около 6 миллионов рублей. Куплен он в лизинг на льготных условиях. Основную часть первоначального взноса компенсировало государство – это 1,5 миллиона рублей. Для помощи аграриям Росагролизингу выделено 12 миллиардов рублей. Так государство предлагает бороться с санкционным давлением. По этому году у нас, значит, 16 единиц техники уже приобретено. Вот. 7 сейчас единиц по этой же программе сейчас в работе. И на сегодняшний день компенсации первоначального лизингового взноса уже хозяйством оказана поддержка порядка 50 миллионов рублей. Ну а мы пришли в телятник или в детский сад. Вот здесь слева только что рожденные малыши. Ребенка родилась 6 июня, Лирика 6 июня, Аватарка 5. Ну а справа телята постарше. Привет, 454-й. Здесь есть камеры видеонаблюдения. Не в каждом детском саду встретишь. СПК «Возрождение» – это и племенной завод по разведению ярославской породы. Этих телят раскупают Петербург, Белгород, Северная Осетия, Дагестан, Плёс. По соседству – коровник, около 400 голов. В день они дают 8 тонн молока. Дают их 3 раза в день и уже лет 5 по-новому. Технологию подсмотрели у соседей. Вот, приглядитесь, заклейки на сосках, которые не пропускают грязь. Их используют после доения. А до – такой ритуал. Ведра были, тряпочки. Эта грязь разносилась от каждой коровы, что там, ну, все нечисти. Сейчас каждый индивидуально. Если, например, вымесь грязненная, и 2, 3, 5 салфеток, сколько требуется, столько они используют. В СПК рассказывают, свежее молоко отправляют в холодильники. Каждое утро развозят до компаньонов. Из него изготавливают сметану, творог, сыр, которые можно встретить в Пятерочке, Магните, Вкусвилле. Мясо отправляют в рестораны и другим потребителям. Председатель «Возрождения» говорит, сейчас сложно, но рук здесь никто из 90 сотрудников не пускает. Все время хочется идти к чему-то лучшему. У каждого должна быть своя мечта. Мы расширяемся, и если бы вы приехали к нам, скажем так, лет 20 назад, вы бы ничего этого не увидели. Все равно это вкладывается в производство, все равно зарплату мы стараемся увеличивать. Председатель добавляет, хорошая поддержка по животноводству, подобную хотел бы и по картофелеводству, это ведь кропотливая ручная работа. Сотрудников хозяйству, в общем-то, хватает, но всегда ждут новых, даже квартиру готовы предоставить. Доярки работают по графику 2 через 2, получают 35-45 тысяч в месяц. Механизаторы на посевных зарабатывают около 70 тысяч, на уборочных больше, зимой поменьше. Многие трудятся так десятки лет, с юности и до пенсии. А вот свежей крови крайне мало. Дарья Костина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».